Проект «Умный город», а конкретно как воплотить его в Дербенте. Эти и другие вопросы обсудил Владимир Васильев на встрече с сенатором от Дагестана в Совете Федерации Сулейманом Керимовым. В первую очередь планируется проведение международного конкурса на лучшую концепцию плана, который предполагает развитие муниципалитета. Пилотный проект нацелен на то, чтобы Дербент стал историческим памятником современной средой обитания и экономикой. Параллельно намечено развитие логистического центра на границе с Азербайджаном. Также были рассмотрены перспективы строительства дороги в обход Дербента. Владимир Васильев отметил значимость проводимой работы. И, кроме того, глава региона предложил использовать положительный опыт проекта «Умный город» и в других городах республики.